В начале ноября сотрудники УФМС России по Ивановской области обнаружили на территории региона 13 иностранцев, осуществлявших незаконную трудовую деятельность. 8 граждан Узбекистана занимались строительством дачи в Приволжске. В это же время на улице Минская в Иванове было выявлено еще 5 граждан Узбекистана. Они ремонтировали фасад магазина. По результату проверок составлены протоколы как на нелегальных мигрантов, так и на работодателей, использующих труд незаконно. Судебные приставы только за 2 недели ноября отправили на родину 16 гастарбайтеров.